Роспотребнадзор Оренбургской области опубликовал рекомендации по дезинфекции индивидуальных водяных скважин после паводка. Прежде чем начать, необходимо убедиться, что вода полностью ушла и мусор убран. Для дезинфекции используется 1% раствор гипохлорита кальция, который наносится ручным опрыскивателем. Для приготовления раствора следует растворить 156 граммов порошка гипохлорита в 10 литрах воды. Этот раствор используется для обработки поверхности водяной скважины и прилегающей территории. При работе важно использовать защитные средства. После обработки скважину следует оставить открытой на сутки. Затем вода откачивается до исчезновения запаха хлора. Использование воды возможно только после лабораторного анализа, отмечают ведомстве. Также Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для дезинфекции надворных, уборных и помойных ям. Для этого рекомендуется применять 5% раствор хлорамина, разведенный из 2,5 тысяч граммов порошка на 10 литров воды. Для обработки 1 квадратного метра поверхности потребуется около 2 литров такого раствора. В случае использования сухих хлорсодержащих препаратов, как правило, достаточно насыпать 200 граммов препарата на квадратный метр. Обработанные поверхности должны вентилироваться.